Привет, друзья! Российские разработчики дрона «Скальпель» рассказали, как продолжают совершенствовать дрон. Ранее мы о дроне «Скальпель» рассказывали. Техническая информация о нем в ссылке на видео в комментариях к ролику. Баражирующий боеприпас «Скальпель» — это дешевый аналог дрона «Ланцет». Несмотря на то, что дрон все еще дорабатывают, он уже ограниченно поступает в войска России. Дальность полета дрона на данный момент до 40 километров. Изначально была поставлена задача организовать изготовление средств поражения таких орудий, как артиллерии, танков и БМП, ну, броня. То есть изначально это планировалось как контрбатарейная борьба. Основная задача при, так сказать, создании данного образца — это была низкая цена. То есть у него одно из самых основных — это заложено было, чтобы его можно было производить массово и из доступных комплектующих. Изначально это как аналог «Ланцета», но максимально дешевый. Ну, данный образец у нас без крыльев, подготавливается к запуску, то есть проходит проверки. Пока еще не реализован у нас захват, и точность поражения зависит от ловкости, ну, навыков оператора. Приемник воздушного давления для определения воздушной скорости аппаратов самолетного типа, ну, самолетов, планеров, есть такое понятие, характеристика, как скорость сваливания. Если планер начинает двигаться меньше этой скорости, происходит срыв потока, и самолет сваливается в штопор. Для мониторинга и контроля этой скорости вот этот датчик. Мы дорабатываем канал управления и устанавливаем предохранитель для боевой части, ну и непосредственно саму боевую часть. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.